Хорошо, я украинскую мову разумею, але не разговариваю, так что придется мне. С первых дней российской агрессии армяне, проживающие в Соединенных Штатах, встали, собрались и все, что было возможно для того, чтобы поддержать украинский народ в борьбе против агрессора, мы постарались это сделать. Сегодня я разговаривал с нашими друзьями из офиса президента, и у меня хорошая для вас новость. Президент также 24 числа, также и происходит в Америке всегда, каждый год, по памяти геноцида армян. И большая-большая вероятность того, что сегодня как раз-таки президент и подпишет новую помощь Украине, в том числе и в ближайшее время ожидается очень большое количество всех нужных и не хватающих для победы Украины. И в этом во всем армянское лобби и армянский народ, проживающий в Соединенных Штатах, вместе с Украиной до победного конца. Спасибо большое. Дякую вам, пане. Доброго гуманітарного допомоги.